Скажи мне, а как ты оцениваешь реакцию в России? Ты же все-таки, ну, несмотря на то, что ты уехал в Литву, но ты сам сказал, что ты не политический иммигрант, и ты находишься в российском таком медийном информационном поле, наблюдаешь за ним. Вот эта реакция на нападение, на агрессию в отношении украинских военных, на мой взгляд, она выглядит так, что уже даже те, кто были в оппозиции Путину, стали как бы оправдывать его, обвинять Порошенко, Украину и так далее. Я почти не увидел мнений здравых, что, блин, это действительно нападение настоящее, военное, не смотивированное. А вот какое у тебя мнение, как ты это видишь? Я считаю, что, к большому сожалению, вот Аркадий Бабченко оказался прав, что Рейх кристаллизуется, и действительно либералы потихонечку, российские либералы, потихонечку примыкают так, шажок за шажком, постепенно примыкают к основной массе путинистов. Их скоро будет уже невозможно отличить, потому что то, что сегодня говорил эта эховская мочалка, господин Венедиктов, то, что вот два бенефициара и так далее, но это такая явная методичка, и по этой методичке, к большому сожалению, стали говорить и те же самые либералы в России. Мне очень жаль, но я боюсь, что это процесс закономерный. Как я в самом начале говорил, эту болезнь изнутри излечить нельзя. Фашизм побеждается извне.